Когда начался дефицит масок, Наталья сама сшила их для близких. А когда на них появился спрос, сделала и для своих клиентов. Женщина – профессиональная швея. Ее технология такова – хлопок в три слоя с дополнительным отверстием под вкладыш. А вот синтетику здесь считает непригодной. Синтетика, она, во-первых, не дает такого воздуха прохода, чтобы дышать свободно, потому что там создается парниковый эффект. А по структуре она, наоборот, более крупная для проникновения вируса. Так думают и врачи. Исключение – медицинская синтетическая ткань. Из нее производят плотные одноразовые маски, которые теперь редко встретишь в аптеке. А чтобы понять, насколько маска, купленная в магазине или участника, защищает слизистые, можно провести несколько тестов. Один из способов понять, насколько качественная ваша маска – это обыкновенная вода. У нас маска сделана из трикотажа и синтетики. Мы сейчас проверим, насколько она пропускает воду. Мы берем обычную воду, мы берем маску. И вот таким образом в сложенную маску мы наливаем чуть-чуть воды. Как мы видим, по центру маска мгновенно пропустила воду, причем достаточно большим потоком. Поэтому я могу сделать вывод, что эта маска некачественная, потому что нормальная маска воду не пропускает. Плотная хлопковая маска какое-то время удержала влагу внутри. Уже лучше. Второй способ – задуть свечу или спичку через маску. Не получилось – маска хорошая. Третий способ предполагает разрезание слоев. Если середина не просвечивает и при поджигании не вспыхивает, а плавится, защита у маски достаточная. Но даже самую надежную маску нужно обеззараживать или менять. Выбрасывают их по правилам. Одноразовую мы должны будем утилизировать, аккуратненько снять, помыть, положить в полиэтиленовый мешочек и крепко завязать, чтобы она, содержимое этой маски, если оно там есть, какие-то микроорганизмы, чтобы они не попали куда-нибудь. После утилизации помыть руки многоразовую тоже стоит снимать раз в 2-3 часа, стирать хозяйственным мылом и проглаживать горячим утюгом. Именно поэтому не стоит носить многоразовые синтетические маски. Они не выдержат приглажки тех температур, при которых вирус погибает. Ношение маски у подбородка или только у рта не поможет защититься от различного рода вирусов. Маска должна закрывать и рот, и нос. Ну и главное, не выбор одноразовая или многоразовая маска, к слову, врачи рекомендуют чередовать их использование, а правильность ее ношения. Сохранить здоровье поможет только обеззараженная и чистая ткань. А иначе нестиранная и неглаженная маска может только ускорить заражение. Полина Жданова, Илья Халяпин, Александр Антропов. День с толком.